Всем доброе воскресное утро. Знаете, что я сейчас буду делать? Блинчики. Рецепт у меня есть на канале на кефире и кипятке. Очень вкусные кружевные блинчики. Обалденные. Я уже много раз говорила, что я блинчики на молоке. Ну, обычно молоко и яйца, и мука мне такие не нравятся. Ну, это что это за блинчики? Не блинчики совершенно. А вот на кефире, да с кипятком. Вот, у меня муж сегодня поедет к родственникам там своим. Вот, я не поеду, потому что я не люблю дачи. Там мне нечего делать, когда в карты играют. Поэтому мне там скучно, и поэтому я не хочу. И вот я заговорю на пеку блинчиков, сама сожру штуки три, а остальные пускай он везет им. Им всем очень нравятся мои блинчики, поэтому вот так. А там не знаю, может уже передумают ехать, но они вчера с сестрами разговаривали и типа поедут. Тут недалеко, минут 10 езды, поэтому они в выходные иногда ездят. Думаю, сейчас сделаю блинчики и пускай они им отвезет. Какие вкусненькие. Ну что, я поехала. Блинчики готовы. Я их сразу на пластиковую тарелку положила. Потому что туда тарелки уйдут, и обратно они уже не возвращаются. Ну, нормально так. У нас опять стреляют, поэтому все закрыла. Включила телек на полную громкость. Чарли там кайфует. Сейчас пойду с ним гулять. 4 блина съела. 4! Пойду их растрясать. Еду на пляж, Чарли, и не знаю, потому что у нас же сегодня бегут, ну, в поддержку, как это, против рака. Очень много людей, судя по Инстаграму, я там видела. Я подписана на, ну, на спортзал, и там они все это организуют. Я уже вам рассказывала, что я бы побежала, но одной скучно. Вот, и не знаю, сейчас... Потому что они по всему городу будут бежать. И, может быть, где-нибудь даже дорога перекрыта. Поэтому не знаю. В общем, еду посмотреть. И потом хочу машину помыть. Потому что уже пора. Такая она грязная страсть. Причем у меня фишки-то есть, знаете. Нужно просто заехать и помыть ее. Но, глянь, матушка, я как в танке еду, блин. Смотрите. Ужас. Потом хочу еще за фруктами зайти. Но это потом уже, когда, наверное, с мужем пиво поедем пить. Чтобы он меня остановил за манго. Оно вот на этой улице, вот тут продается фруктовый магазин. Он марокканец, поэтому он открыт. Вот там, тут куда люди пошли. Там фруктовый магазин. И вот тут где-нибудь потом он остановится. Ну, видите, слепые, всяких кого только нет. Все гуляют. Вот это впереди машины едет. Я в этой автошколе училась на права, сдавала. Вот такая автошкола была новая. Была одна машина всего. А сейчас я гляжу, у них штуки 3 или 4 даже машины. Классная, кстати, школа. Хорошо преподают и вождение, и все. Вот на этом круге должно было быть все закрыто, но, наверное, уже пробежали, я так думаю. Потому что время уже 12 час. Или, может быть, по другой какой дороге, я даже не знаю. Ну что, красивая, поехали кататься. Сегодня, кстати, не по-осенне жарко. Ой, все гуляют здесь с собаками, да, Чарли? И мы гуляем. Такая вот у нас погода, дымка небольшая. Так что и нам сейчас дойдем. Я даже свои сандалии опять одела, не кроссовки, потому что в кроссовках жарко. Осень, ах, осень.
никакие дороги не были перекрыты. Наверное, просто они в 9, по-моему, начинается это. Как отбежать-то, когда они будут. И уже просто пробежали. Но сегодня какие-то то байкеры проедут, то еще машины какие-то там на пляже стоят. А еще мухи. Такие они сейчас... Эти, как они, как сказать, навязчивые эти мухи. Фиг отгонишь их. Еще здесь кто-то что-то перерыл вот так все. Это еще мало. Может быть, какие-нибудь эти, как поросята-то дикие. Как их называют? Хавали. Ну, поросята, которые живут в природе, как называют-то, господи. В общем, ну вы поняли, да? Может быть, они вот там где-нибудь живут в кустах. И тут все перерыли. Не знаю. Стою в очереди на помывку машины. То вот такая очередина, вообще ужас. Все машины идут мыть. Смотрите. Там везде. Так вот, все чистюли. Переписывалась с мужем по WhatsApp. Выхожу из дома, закрываю дверь. И все. И без ключей. Ай, ну ладно. Я сейчас иду в фруктовый магазин. И тут он меня где-нибудь встретит. Если, конечно, допрет, что это я в этот фруктовый магазин пойду. Потому что это, блин, объяснить, куда я пойду. Это что-то стоит. Наверное, фотку сейчас ему пришлю. Смотрите, какие у нас тараканы. Уличные. Напальники, которые живут. Это не просто тараканы, это какой-то... Как... Непонятно кто. Ужас. Я так не люблю. Я уже купила фрукты. Сейчас домой занесу, просто таракана увидела. Ужас. Классная вещь, машина. В общем, мы все переиграли. Пиво не пойдем пить. Вот. Потому что там они поедут в Картиху. На дачу у меня тоже какие-то планы есть на вечер. И что вы думаете? Я долго думала, думаю, поеду куплю себе... Вкусный-привкусный кебаб. Я уже недели три думала, как бы, когда бы мне остаться одной в воскресенье. Ну, я, правда, не одна, я там меню взяла, картошку жарить, не можешь, пускай тебя есть. И села быстренько, съездила. Правда, главное, чтобы была парковка. Парковка была. Сейчас будем лопать вкусный-привкусный кебаб. Он, правда, очень вкусный. Мои уехали на дачу. А я сейчас с девчонками буду встречаться. Мы кофейку попьем, приедет Таня. Пока времени мало, пойду мороженое слопаю. Там у нас есть кафе-мороженое. В общем, чего уж там, жрать так жрать. На Ставой старой улице. Вот наша старая квартира. Я здесь жила, на этой улице. Наверное, лет 12-13. Очень шумно здесь жить, скажем так.
Поэтому гуляем. Городок маленький, поэтому, в принципе, все здесь рядом. Я везде пешком хожу. За 5 минут все обхожу. Так что все далеко, недалеко. Сейчас посидим, попьем кофейку, поболтаем. Сестры говорят, а что ты с нами не поедешь? Я говорю, не надо. Мне дачи не нравятся. Там, говорит, сиди, ребятишки будут. О, они же маленькие, что с ними делать? Вот они пускай там играются. Ребятишки маленькие. 2 евро стоит вот эта штучка. Здесь половина шоколадного, что-то так захотелось. Половина зеленое яблоко, как я без него. Так что ням-нямка. Расти, попа. Удивительно, но мы опять в том же самом кафе, что и вчера на ночь сидели. И на том же самом столике сидим. Представляете, с девчонками. Мы же попили чай. Это Таня привезла хурму. Нас угостить. Поэтому народу мало, но они так приходят, уходят. Я так смеялась. Мне так интересно. Чай пила вот такой. С красными какими-то этими. В общем, прикольный. В таких коробочках, в таких чайничках. Там вода. Куда его запихиваешь? Я бы, честно говоря, еще раз. Что, мы передвинулись, у нас теперь безалкогольное пиво, там вино, все дела. Мы уже тут типа плавно переходим в ужин. Фоткаются здесь. И ждем тапы, которые я не буду есть, очень жалко. А, одна тебе, Кость, другая Ольге. А мне что, 2? А ты, наверное, 4. Нет, они заказали себе, поэтому я и говорю. А, одна, значит, лишняя. Так, все, молчите, сейчас уйдет, мы потом разведем. Да, мы сейчас мы потерпим. У нас одна кость, смотрите, вот это вот бесплатно закуска. Ага, бесплатно. У меня гриппа. Ну что, а ты пиво покупаешь, что не бесплатно? У других барах мог ты не дать. Так что вот. Кушай, я уже все потом. Ну вот я и дома, смотрите, сколько мне айвы Таня передала. Из нее буду сделать завтра мармелад. Ну, завтра или послезавтра. Целая сумка, я не знаю сколько. Айва вот такая. Пахнет вообще нереально вкусно. Вот что-то. В общем, а тут у нас гранат привезла сестра. Оттуда с дачи, где они были, набрали гранаты. Такие маленькие. 3 штуки. И Таня тоже дала хурму. Такая вкусняцкая. Так, вот у нас тут сколько гостинцев. У меня столько много фруктов, что уже просто их девать некуда. Ну ничего, я все съем. Я все с этим справлюсь. Муж Чарли гуляет. Он говорит, тут машину негде парковать поблизости. Говорит, спусти мне его, я с ним это прогуляюсь. А то он говорит, целый вечер один дома. Вот у нас, видите, у нас уже около 10, поэтому я сейчас пойду смотреть своего большой брата. У меня сегодня по телеку. На улице очень тепло, кстати, но очень-очень влажно. Такая влажность, и поэтому кажется, что прохладно. Может быть, Чарли мой там идет? Да, вот он мой Рафа. Минитик. Тимми, сладко, пойду встречать. Ляпа моя. У меня ужин. Клубничка, монтаж и большой брат по телеку. Вот так вот, как вам такой вечер? А с вами буду прощаться до завтра. Продуктивной вам рабочей недели. Всего самого лучшего. Мирного неба над головой и хорошей погоды. Всем пока-пока. До завтра.